завтра. Если кого-то и лишат лекарства, так это меня? Нет. Это было бы слишком просто. Мы не сделали ничего плохого. Мы просто хотели вылечить Митю. Это же настоящее сокровище. Да обычная макулатура. Дремучий ты, Захаров. Им были нужны только как рабочие силы. Пока мы копали, у нас был шанс оставаться в живых. Что за люди? Только угрозы на вас и действуют. Отличная работа. У меня для тебя кое-что есть. Сложи себя полномочия школьного врача. Я не доверяю тебе жизни детей. Закрытая школа. Развязка. Завтра в 20:00 на ТВ Русь.